В Йемене убит второй человек в иерархии террористической группировки Аль-Каида на Аравийском полуострове. Саид Аль-Шихри ликвидирован в результате атаки беспилотника США. Аль-Каида уже подтвердила смерть одного из своих командиров. Аль-Шихри ранее содержался в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе, куда попал в январе 2009 года, после того, как власти Пакистана передали его США. Затем он был освобожден, после чего нарушил данные американским спецслужбам обещания и вернулся к террористической деятельности. В январе 2013 года власти Йемена заявили, что Аль-Шихри погиб в провинции Саад от ранений, полученных в результате операции, проведенной силами безопасности Йемена 28 ноября 2012 года. Однако террористы тогда не подтверждали ликвидацию одного из своих лидеров. На этот раз подтвердили. При этом место его гибели не сообщается. Йеменскую ячейку Аль-Каиды в Вашингтоне считают самой активной и опасной из всех подразделений международной террористической